руководитель КАРА, заслуженный тренер Кыргызстана, судья международной категории Фуфачев Валерий. Арбитр на ковре, заслуженный тренер Кыргызстана, судья международной категории Ахметов. Боковой, судья национальной категории, мастер спорта Базарбек Чалов. Борец в красном трико, мастер спорта Туганбаевлу Уларбек. Борец в синем трико, мастер спорта международного класса Нурдин Домбаев. Поддержим борцов, уважаемые болельщики. Прошла одна минута. Прошло 2 минуты. Субтитры сделал DimaTorzok.
Итак, на следующий раз первой половины встречи финалисты весовой категории 55. Тур азиатских игр в Хиросиме. Пятый призер чемпионата мира в Стамбуле. И 10 место на Олимпийских играх в Сиднее. Тренер, заслуженный тренер республики Кенджибек Амуралиев. Прошло 4 минуты. Очень упорная борьба между двумя лидерами сборной команды Кыргызстана. Напомню вам, что в прошлом году на чемпионате республики они встречались в финале, и в этом году. Пошла последняя минута. Итак, уважаемые друзья, эти два соперника являются лидерами сборной Кыргызстана. И вот в течение двух лет они не могут выяснить отношения. В прошлом году на чемпионате республики они встречались, и был счет 0-0. В финале турнира памяти Кожокула. Приготовиться борцам весовой категории до 120 килограммов. Борец в синем трико имеет предпочтение. Он ведет 1-0, поэтому захват выбирает он.
прошло 7 минут. Победу одержал Домбаев Нурдин и стал победителем международного турнира памяти Кабаулу Кожемкула в весовой категории до 55 килограммов. Представляю участников и судей финальной встречи весовой категории до 120 килограммов. Руководитель ковра, заслуженный тренер Кыргызстана, судья международной категории Ахметов Мирабек. Рефери на ковре, заслуженный тренер Кыргызстана, судья международной категории Филипповский Виталий. Боковой, заслуженный тренер Кыргызстана, судья национальной категории Асанов Костомбай. Итак, уважаемые друзья, сейчас представляете представитель тяжелой весовой категории. Финальный поединок. К сожалению, им надо уезжать, поэтому передвижение на весах. Трико Руслан Кутикенов, город Нукус, Узбекистан, представитель вооруженных сил, является мастером спорта, чемпион Республики Узбекистан среди молодежи. Синим трико Шади Бахромов, Таджикистан, мастер спорта, чемпион республики 2001 и 2002 года. Прошло 2 минуты. Динамо!
большую победу на душе одержал Бахром Ашади Таджикистан и стал чемпионом международного турнира Хабаулу Кожамкова. После данной весовой категории приготовится борцам веса 60 к награждению. Победителем весовой категории 55 килограммов 41-го международного турнира по вольной борьбе в памяти Хабаулу Кожамкулова стал Улу Уларбек, Центр олимпийской подготовки, город Бишкек. И на третьем месте представитель Узбекистана, Казахстана, Газиз Серикбаев, Астана. Итак, победитель Нурдин Дамбаев. Серебряные призеры этих соревнований Тугамбай Улу Уларбек, Центр олимпийской подготовки, город Бишкек. Итак, в результате двухдневной борьбы весовой категории 60 килограммов победителем международного турнира памяти Хабаулу Кожамкулова стал мастер спорта международного класса Надырбек Улу Улан, Эрдишер номер 4, город Бишкек. Награждение производит мастер спорта, чемпион Советского Союза среди молодежи, ныне полковник милиции, первый заместитель начальника управления внутренних дел города Бишкека Мелис Тургумбаев. Надырбек Улу Улан, чемпион мира среди молодежи 2001 года, чемпион Кыргызстана нынешнего года и победитель этого турнира. Второе место занял Руслан Маджидов, мастер спорта международного класса Кыргызстан. Эрдишер номер 5. Награждение производит Мелис Тургумбаев. Итак, ваши аплодисменты, уважаемые болельщики. Бригаду, обслуживающую данные соревнования, руководитель ковра, заслуженный тренер Кыргызстана, мастер спорта международного класса Валерий Пупычев, рефери на ковре, заслуженный тренер Кыргызстана, судья международной категории Раев Кулов, боковой, заслуженный тренер Кыргызстана, заслуженный деятель культуры Карагулов, борец
красном трико. Темирбаев Дамир. Девочки, сейчас есть возможность хорошо поболеть. Если в первой встрече встречались наши земляки, то в этой встрече встречаются представители Казахстана и Кыргызстана. Прошла 1 минута. Прошло 2 минуты. Thank you.
4 минуты.
главном одержал Тимирбаев Дамиру Семеногов. Стал чемпионом международного турнира памяти Кабау Лука Жукова. Заслуженный деятель культуры Сарагул Чекиров. Итак, второе место занял мастер спорта Рустам Утигенов, Узбекистан, город Нукус. И на уважаемые болельщики. Представляю судейскую бригаду. Руководитель ковра, заслуженный тренер Кыргызстана, судья международной категории Пупачев. Рефери на ковре, заслуженный тренер Кыргызстана, судья международной категории Филипповский. Боковой, заслуженный тренер Кыргызстана, судья национальной категории Бекиров, все представители Кыргызстана. Борец в красном трико, Берик Денгельбаев, город Алматы. Борец в синем трико, Иосиф Манцелидзе, город Караганда, оба представителя Казахстана, руководителю ковра. Борцы веса 96 килограмм приготовятся к награждению после данной встречи. Прошла 1 минута. Прошло 2 минуты.
Итак, завершилась первая половина встречи весовой категории финал Салимова Марада. Тренер Берега Тангельбаева Алиев. Одиннадцать-два впереди борец в красном трико. Прошла последняя минута схватки. Победу одержал Тангельбаев Берег и стал победителем международного турнира памяти Кабаулу Кожемкула в весовой категории до 66 кг. Союза. Также Аманжол Погубаев был дважды чемпионом турнира памяти Кабаулу Кожемкула. Давайте поприветствуем нашего гостя из Казахстана. Второе место в этом месте занял Магомед Бодунов. Это еще номер 5, город Бишкек.
Представляю судейскую бригаду и участников финальной встречи. Руководитель ковра, заслуженный тренер Кыргызстана, главный тренер молодежной сборной команды по греко-римской борьбе, судья международной. Боковой, заслуженный тренер Кыргызстана, судья национальной категории Бошшубеков Шик. Борец в красном трико, Бостанов Исмаил, город Тарас. Борец в синем трико, Бидашиев Бауыржан, город Алматы. Руководителю ковра приступил. Минуты 40 чистой победы по баллам одержал Бидайшиев Бауыржан Алматы и стал победителем международного турнира по вольной борьбе, посвященный народному богатыря Хабаулу Кожумкула. Бауыржан Бидайшиев является пятикратным чемпионом Казахстана и неоднократным обладателем Кубка Казахстана. Итак, уважаемые друзья, Кула Дениш Домбаев. Берик Дингельбаев, Казахстан. Второе место занял Иосиф Мумцелин. Итак, перед вами бои неоднократный победитель чемпионата Кыргызской Республики и турнира памяти Хабаулу Кожумкула. Субтитры сделал DimaTorzok.
судейскую бригаду, обслуживающую данные соревнования, данную схватку. Руководитель ковра, заслуженный тренер Кыргызстана, судья национальной категории Бекбалиев, Бекшенов Талант, спортшкола 5, город Бишкек. Борец Синий Турков, Мурзакан Улу Али Мухаммед, город Талас. Руководителю ковра приступить к проведению финальной встречи. Представляю спортсменов, которые борются в финальном поединке весовой категории 74 кг.
красном трико Талант Чекшенов, мастер спорта, представляет ЧАИК. Он является четвертым призером первенства мира среди молодежи и чемпион Кыргызстана нынешнего года. Тренируется под управлением, тренируется под руководством заслуженного тренера республики Нурдина Джусупова. Окончание этой схватки будет происходить награждение призеров и чемпиона данного турнира весовой категории 84 килограмма. Пьедесталу почета приглашаются Бауыржан Кудайшиев, Исмаил Бастанов и Егор Кузнецов. 5-2, 5-2. Там два Бастана. Камера, не ходи, а. Прошла последняя минута. Итак, уважаемые болельщики, минуточку внимания. В течение долгих лет я ярым поклонником вольной борьбы и борьбы курящих является актив. Победитель 41-го международного. Спорта Исмаил Бастанов.
И бронзовый призер в этой...